Praise God forevermore, child of God. Welcome to another wonderful episode of the Hour of Favor broadcast. Добро пожаловать. Thank you for connecting with us today. I want to believe that God's favor has been overshadowing your life. Я верю, что Божья благосклонность омрачивает вашу жизнь. Аминь. Сегодня, по благодати Божией, мы продолжаем смотреть на тему этого месяца. Божественные помощники. На прошлой неделе мы говорили о источниках помощи, который у нас есть. И первый источник помощи – это помощь, которая приходит изнутри. Помощь изнутри. У всех есть способности и помощь, которая должна идти изнутри. Только ты сможешь сделать для себя. I can't help you to и мы говорили, что, например, я не могу помочь вам спать. Или мыть зубы, или кушать. Это есть то, что вы можете делать для себя. King David in 1 Samuel 36, мы говорили о царе Давида. Первое царство 36. Как он пошел и боролся, и он вернулся. И враг. And the Bible says that the men that were with David cried. They cried bitterly. Even David too cried. But in Bathsheba, from that chapter, we are told that David encouraged himself in the Lord. David looked inside. David looked inside to what he had. Он посмотрел внутри. Он посмотрел внутри. For permission to pursue. То, что у него было. So David always и он пошел перед Богом. И он спросил возможность преследовать врага. For help in time поэтому of need. Мы всегда сможем. Today we continue to look at the sources of help. Прийти к Богу, помолиться и просить помощь, когда мы в нужде. Сегодня мы продолжаем смотреть о источнике помощи. Лука, 5 глава, 1 по 3 стих. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и сев учил народ из лодки. So we see Jesus here coming to the sea. To the lake. И мы видим Иисуса. And by that lake of Genesaret, we see that Jesus needed help. He needed help. И у этого озера мы видим, что Иисус нуждался в помощи. I want to minister to you, but I need help to make my ministry more effective. У меня люди здесь, я хочу послужить им, но мне нужна помощь, чтобы более эффективно служить им. Number two source of help. И поэтому мы видим, как Иисус спросил Петра. О лодке. Help from material things. Второй help источник from the things that have been put in помощи – это помощь от материальных вещей. Помощь what was вещей, available to Jesus которые in day, доступны boat. Нам. And he entered the что было доступно Иисусу? And это была лодка. From Peter и как он then, вошел, Peter он вошел в эту лодку, push him a little bit и он попросил so he could amplify владельцем to minister этой лодки, to the crowd и он попросил чуть-чуть отплыть, чтобы он мог days, лучше проповедовать. Вот с помощью от вещей, как микрофон, например, cars, у нас сегодня, things, это мне, это машина. And create help for us. Которые творят помощь для нас. They show us help. Они показывают, дают нам помощь. They help us.
помогают so нам. We receive help. Мы получаем помощь into our lives. Help. В нашу жизнь. From the things помощь that God has вещей, put close to us. Бог Hallelujah. Положил рядом с нами. So what are the things that God has put close into your life? Какие вещи Бог положил рядом с вами? Машина помогает нам побыстрее доехать в какое-то место. Телефоны, компьютеры. Все сотворено, все вокруг нас сотворено, чтобы помочь нам в какой-то форме. So what have you got at your disposal? Что у тебя доступно? Moses had a rod. У Моисея был жезл, чтобы ему помочь. Samson, according to Judges 15:15. Samson had the jawbone of an ass. У него была челюсть осла. That was all he found. Который он and нашел. With that jawbone и с этой челюстью осла, he was able to defeat 1,000 soldiers. That's incredible. Мужчин. That's incredible. Это невероятно. In 1 Samuel chapter 17, 1 40, Царство, 17 глава, 40 стих, мы знаем о Давиде, как Давид пошел против Голиафа. Но перед тем, как он боролся с ним, он поднял 5 камней. Now, take note that these stones, теперь нужно David понимать, что эти камни, а Давид не пришел stones, с ними. No? Нет, those он их нашел, он их понял уже на поле битвы. What are you facing today? Что стоит перед тобой? Какой вызов у тебя сегодня? Is before you today? Какой вызов перед тобой стоит Maybe сегодня? That there are things that God has placed Может быть, есть вещи, которые Бог поставил рядом с вами, которые могут послужить. Как инструмент помощи, чтобы быть победителем. To secure the help you so much needed. In Matthew 14, Матфея 14 глава 15-21 стиха. Мы читаем, как Иисус накормил 5000 людей. The story goes initially Jesus had told the disciples Иисус сказал ученикам, чтобы накормили народ, потому что они были в пустыне. And after a little search, all they found was a little boy that had five loaves of bread and 12 and 2 fishes. And that was all they needed. Это было достаточно. That was all they had. Это было все, что у них было. И это было достаточно для Иисуса. No matter how small не важно, как маленькое insignificant you или think незначимое the help you have, ты думаешь, твоя помощь, это достаточно для Иисуса, чтобы Он сделал путь для тебя. Аллилуйя! Иисус взял эти 5 хлебов и 2 рыбы, и Он благословил их. И умножил. Пусть Бог умножит то маленькое, что есть в вашей жизни, чтобы все ваши нужды были восполнены. Пусть Бог умножит то маленькое, что у вас есть, чтобы удовлетворить все ваши требования. Все нужды во имя Иисуса Христа. Давайте скажите аминь. Помощь от материальных вещей. То, что Бог положил. Положил рядом с нами. Все сотворено, чтобы помочь нам. Одежда сотворена, чтобы покрыть нашу наготу. Обувь, чтобы защитить наши ноги. Стопы. Микрофон. Часы. Чтобы мы понимали время. Все распоряжено. May the Lord help you to identify that tool that has been placed close to you. Этот инструмент, который был положен рядом с вами, который вам очень сильно нужен для вашей помощи, чтобы материализовалось во имя Иисуса Христа. Аминь. Третий источник помощи, который Бог
который Бог положил before you and I, перед тобой и мной, that comes from others. Это помощь, которая приходит от других людей. From others. Помощь от других. Oh, please, there is a Samuel in the life of every Saul. Для каждого Саула. And there is an Eli in the life of every Samuel. Для каждого Самуила. There are help that comes есть помощь, from которая приходит от других. There are people God has equipped. Есть люди, которые Бог оборудовал. God Бог has усилил. So much blessed. Бог очень сильно благословил. God has lifted them. Бог поднял их. Just for your sake. Yes. Только для вас. There are people that God will да, bring есть люди, into которые your life Бог приведет в вашу жизнь. So as to be of help чтобы to быть your calling, помощью to your для destiny, вас, для вашего успеха, and to будущего. Your very own success. Для вашего собственного help успеха. From others. Помощь от других. Psalm 68, verse 6. Psalm 67:7. The solitary in family. Бог одинокий вводит в дом, освобождает лысников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Мне нравится, как написано в другой версии. Написано, Бог создает дом для одиноких. Он ведет пленников к процветанию. Только упрямые и непокорные живут в выжженной земле. Вы видите это? Бог делает дом для одиноких. Вы одиноки сегодня? Вы ощущаете, что вы одиноки, и Бог вас оставил? Бог вам даст дом во имя Иисуса Христа. God will put you in a place, in a Бог family where семью, you can grow and grow and be accepted, affirmed and assisted in the precious name of Jesus Christ. In Isaiah 41 and 6, Isaiah 41:6, the Bible says, it says, they helped everyone написано, in neighbor, товарищу, and everyone said to one брату, another, be of good крепись. Talking about help мы говорим from о помощи others. От других. In Isaiah 41:6, Исайя 41:6, мы читаем, что эти люди other. Помогали друг другу. Как они other? Помогали друг другу? Not necessarily with material things. Не not только материальными вещами. With their может food, быть, не финансами, не едой. They help each но other они помогали with the друг другу словом. Of their mouth. Словом уст. They help each other with the wisdom помогали of their lips. Словом with мудрости the blessings уст. And the prayers благословениями, of their молитвой heart. Сердца. Be of good cheer. Be encouraged. Be strengthened. Будь усилен, they воодушевлен. Helped them verbally, они помогали of course, materially. Устами. Да, тоже материально. May the Lord God bring people around you, пусть Бог положит людей вокруг тебя, verbally, которые and materially смогут in the помочь precious name вам of Jesus словом Christ. И материально. Hallelujah. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Help from others. Помощь от других. We need help. Мы нуждаемся в помощи. And the source of help. И источник we помощи. Have number one, the source один. Of help that comes from within. Первый это источник, который приходит изнутри. The source of help that is in material things. Источник, который из материальных вещей. That we are exposed второе. To. Number three, the а source третье, of help that источник comes помощи это который приходит others, от других as a source of людей. Help. Proverbs 25:11 says. It says a word. Золотые яблоки, серебряных в прозрачных сосудах. Слово сказанное прилично. Видите? They helped with their words of они помогали словом. It says when your words can be fitly spoken, they are precious. They are like apples of gold. Они как золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Isaiah 54 puts it this way. Исайя 50 глава 4 стих. It says Isaiah 54. It says the Lord, the Lord God, had given me the tongue of a leonard, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. Он пробуждает
пробуждает ухо мое, чтобы я слышал, подобно учащимся. Аллилуйя. Аллилуйя. May the Lord awaken your Пусть ears Бог to пробудит hear as a ухо ваше. May the Lord give you the tongue of a ready writer, the tongue of one who is ready to give the right words in season. Которые готовы в правильном сезоне дать правильное слово. Words of мудрости. Words of assistance. Слова воодушевления. Слова помощи. You can help with the words of your mouth. Можно помогать словом уст ваших. Аллилуйя. In Acts 16:11. Receive the call to help you to achieve your destiny, to achieve your purpose, to meet all your desired needs in the name of Jesus. Yes, God can actually reveal you to your divine helpers. Открыть вас вашим божественным помощником. Бог открыл апостолу Павлу, как он уже говорил, приходи в Македонию, и он пошел в Македонию. Я молюсь за вас. Пусть Бог сверхъестественным образом направит ваших помощников в вашу сторону, во имя Иисуса Христа. Пусть они будут связаны к вам сейчас во имя Иисуса Христа. Помощь от Бога. Помощь от Господа. From others. Помощь от Hallelujah. Других. Аллилуйя. Help from others. Помощь от других. Oh, somebody say, help me, Lord. Скажите кто-то, помогите мне, somebody Господь. Say, oh, Lord, скажите, о Господь. Send help to me. Пришли помощников мне. When we're talking about help from Когда others, мы говорим о помощи от других, очень важно, чтобы мы понимали, что есть некоторые люди, которым невозможно помочь. Есть группа людей, которым невозможно никаким образом помочь. Неважно, как сильно вы хотите им помочь, просто невозможно им помочь. Матфея, 10 глава. 5:14. We read on. Мы сейчас продолжаем читать. As Jesus gave them for that instruction. Какой бы город или... It says in verse 13, it says, написано, and whatsoever town or village you enter, и если дом будет достоин, find то out мир who ваш is, who is придет на него. And stay with если him же не будет достоин, то мир ваш says, and you, as you enter the к вам house, salute it, возвратится. And if the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet as you leave that house and town. Jesus is telling the disciples here that listen, for the fact that I have given you power, for the fact that you have been equipped, то, что for the fact that you have been empowered, you have my authority to cast out demons. То, что у вас есть сила, for the fact that you have a message to bring life and health to the people. Understand that not everybody will receive help from you. Understand that not everybody will receive your message. Understand that you will not be able to help everybody. Вы не сможете помочь всем. Иисус сказал, когда вы найдете таких людей, Dust your feet. Отрисите Meaning, ноги, прах от ног ваших.
Отрисите вот эту отверженность ваши слова. Отрисите эту горечь. Эту злость. And disappointment, это разочарование и расстройство. From people who do not receive your message. От людей, которые не принимают вашу проповедь. Of your feet because отрисите от прах от ног ваших. You can't afford потому что to carry all вы не сможете нести all those pains всю эту боль, to the next всю эту горечь к следующему городу. С проповеди на устах. There are people that will accept. Иисус говорит, слушайте, есть люди, которые будут принимать вашу помощь, и есть люди, которым нельзя помочь. Они будут отвергать помощь. Когда вы встречаете такие люди, не берите это в сердце. Просто отрисите эту отверженность. Знаете, иногда, когда вы пытаетесь помочь кому-то, и этот человек отвергает вашу помощь, there's a tendency и to feel игнорирует, rejected. Тогда to go back into можем ощущать себя отверженным и пойти и очень неправильные мысли думать, и решить, что мы никогда больше не поможем никому-то, потому что один человек отверг нашу помощь. Если ваша доброта была плохо использовано, то пусть Бог исцелит вас во имя Иисуса Христа. Есть группа людей, которым просто невозможно помочь. Семь групп. Я поделюсь и потом совершим на сегодня. Первая группа. Невозможно помочь тем, которые не знают, что им нужно помощь. Ты не можешь помочь тем людям, которые в обмане. И они думают, что ничего плохого с ними, ничего не так с ними. Они даже говорят, что им не нужна помощь. People living in false reality. Люди живут в фальшивой реальности. Им нужен Бог. They need redemption to be redeemed from the pit of hell. Им нужно искупление. They need the peace of God in their life. Им нужен Бог в жизни. Who don't know. Но есть некоторые, которые не знают, что им нужна помощь. You can not really help. Вы не сможете помочь таким людям. Ну, просто помолиться that's за них. The best you can do. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Ефесянам, первая глава. Павел пусть глаза будут открыты, глаза понимания открыты. Есть люди, которые глаза такие слепые, и просто невозможно помочь им. Почему? Потому что они живут в самообмане. Они не знают, что им нужна помощь. Вторая группа людей, которым ты не можешь помочь, это те, которые нуждаются в помощи, но они не хотят помощи от тебя. Именно от тебя. Люди знают, что им нужна помощь, но они просто не хотят, чтобы эта помощь пришла от вас. Почему? Это потому, что они слишком знакомы с вами. Помните историю Иисуса? Иисус пришел к своим людям, и он не смог там много чудес сделать. Почему? Потому что они не верили в них. Они сказали, вот это Иисус, который здесь вырос. Они только видели Иисуса, который с деревом работал, но не как Мессии. И поэтому он не смог многим там помочь. Потому что люди были слишком знакомы. Они знают, что им нужна помощь, но они знают помощь, не хотят помощи от вас. Они вас презирают и смотрят сверху вниз, потому что знают некоторые вещи о вас. You cannot help Дитя Божие, such group of people. Ты не сможешь another помочь group of people that cannot be helped таким людям. Are people другая группа, которым невозможно помочь. Who don't want to be helped yet. Это люди, которые people еще who are не хотят not ready помощи. To receive help.
люди, которые не готовы принять помощь. Они знают, что им нужна помощь. Но они не готовы принять помощь. Say, well, они еще наслаждаются греховной натурой. Твой брак страдает. I'm enjoying my life now. I like the way I'm living my life just by myself. I will work on it some other time. I mean, people that are not ready to receive help yet. Другой раз поработаю над этим. Это люди, которые не готовы еще принять помощи. Они знают, что им нужна помощь, но они не готовы принять помощь. Such group of people. Ты не сможешь таким группам помочь. Другая группа людей, которым невозможно помочь, это те, которые не готовы сделать то, что нужно, чтобы исправить проблему. Это та группа, которая принимает помощь, но они не готовы действовать. Группа людей, которые ты даешь им совет, что сделать, но они умственно ленивы. И они не готовы вкладываться в работу. Они хотят, чтобы ты, который чуть-чуть помогаешь им, чтобы всю работу за них сделать. Очень трудно таким людям помочь. Которые умственно ленивы. Ты даешь им идею, но они не готовы строить на этой идее. Даешь им слово, мудрость, совет, но они даже чуть-чуть усилия не хотят вкладывать. Это умственно ленивые люди. Трудно им принять решение и действовать. Такая группа людей очень трудно им помочь. Groups of people that cannot be helped. We say, number one, you cannot help. Мы сейчас говорим о людях, которые невозможно помочь. Первое, которые вообще не знают, что им нужна помощь. Они так сильно думают только о себе и живут в обмане. Вторая группа – это те, которые нуждают помощи, но они не хотят принять помощи на вас. И мы не можем насилу им помочь. Третья группа – это те, которые готовы, которые знают, что нужна помощь, но они еще не готовы принять эту помощь. Они сами хотят жить, как хотят. Четвертая группа людей – это те, которые не готовы вкладывать усилия, чтобы получить результат. Когда ты даешь им совет, даже бизнес открывать для них, но они даже не хотят вставать каждый день и работать. Они вот говорят, о, я болею. Некоторые христиане говорят, что они духовные молятся. Ну, продолжайте молиться. Может быть, если это молитва, сделает работу за вас. Молитва никогда не заменит вашу ответственность. Молитва никогда не почистит ваши зубы. Молитва никогда не возьмет вас на работу. У молитвы есть свое место, и есть вещи, которые вы должны быть готовы, готовы действовать, чтобы эта помощь была. Пусть Бог даст нам понимание во имя Иисуса Христа. Пятая группа людей, которым ты не можешь помочь. Это люди, которые жестокий настрой. У них жестокий настрой. On their present position. There are people who are not open-minded to receive. They will hear what you say, but what they have in mind is what they will do. They have concluded that well, this is how the best way is going to happen. This is how my life can be better, or this is the best thing I can do, and they are just one way traffic. Они говорят, что это самый лучший способ для них, и вот так они будут продолжать жить. Такие люди, может, ты думаешь, что они очень уверены в себя, но
На самом деле они очень неправы. They are not open-minded, they are so rigid. Потому что они не открыты. Они не открыты к новым идеям, к советам. Ты можешь помочь таким людям. Самое лучшее — это просто помолиться за них. И надеяться, что Бог откроет их глаза. Следующая группа людей, которым невозможно помочь, это те, которые не готовы признать свою вину, свою ошибку. Это те люди, которые обвиняют других за свои ошибки. Они никогда не видят себя как источник, как тот, кто ответственный за свою ошибку. Они не могут брать ответственность за свои ошибки. Они всегда смотрят, на кого можно винить. О, это таксист, о, это погода, о, это тот человек, это потому что я был рожден в такой семье, о, это из-за травмы, которая была в молодости, поэтому я так. Да, простите же ту травму, которая была в детстве, но сейчас Бог протирает руку и дает помощь. In Revelation chapter 3, verse 20, Revelation 3:20, Jesus said, "Behold, I stand at the door and knock." Иисус говорит, я стою и стучу. He that opens the door unto me, I will come into him and I will dine with him. Тот, кто откроет дверь, я приду и so just for the fact that Jesus, so anointed, Jesus, и то, что Иисус такой помазанный, Сын Бога, готов помочь, Он не может тебе помочь, пока ты не откроешь дверь для Него, чтобы Он вошел и смог общаться с тобой. Недостаточно просто иметь возможность помочь, если другой человек не хочет этой помощи, если другой человек не готов брать ответственность за свои ошибки. Finally, очень трудно помочь таким людям. Седьмая группа людей, которые я верю, тоже очень трудно помочь, это люди, которые очень пессимистические. There are people who are very negative on everything. Они очень негативные за все. Они везде видят негатив только. Люди такие должны быть освобождены от духа негатива. Много раз они говорят, что они реалистичны, но можно быть реалистичным, но позитивным. Но такая группа людей, неважно, как ты им хоть пытаешься помочь, но они всегда найдут что-то, причину, почему не сработает. Очень трудно помочь таким людям. Seven group of people that cannot be helped. Семь групп that, людей, one, которым невозможно помочь. That live in deception, один, that люди, которые живут в обмане, people даже не знают, что им нужно помочь. You, but they're too familiar with you. They didn't need help, but нужна помощь, that's because out of familiarity, но они не готовы принять помощь out of pride, из-за знакомства. Out of self, pride. Они вас презирают из-за гордости. Третья группа – это те, которые не хотят принять помощь еще. Они знают, что им нужно, но они не готовы измениться. О, ты бездомный? Давай найду работу для тебя. И хорошую работу, они не могут держать эту работу. Четвертая группа. People are mentally те, которые не готовы делать то, что нужно. Умственно ленивые. Очень ленивые. Не готовы действовать для работы. Five, сделать тот шаг. Пять – это те, которые есть жестокий настрой. Только хотят свое. Думать о своем. You can give трудно them the помочь you таким can give людям. Them, you know, ты можешь дать им совет. But because of their one mind, it's what they have in their mind, they will do. Но and they continue to suffer the same. То, о чем они только думают, что они только будут делать так, как они поставили в уме. Шестая группа – это те, которые не берут ответственность на свои ошибки. Very и седьмая группа – это те, которые пессимистически, очень негативны за все. Они входят в место, и то, что они видят,
Это только негатив везде. That the people that look at the cup that is half full это те люди, and которые complain видят, why the cup is not стакан, full. Половина, наполненный, и они ноют, почему он наполовину пустой. Very pessimistic. И ноют, что наполовину пустой. Очень пессимистический. Иисус говорит, когда встречаешь таких людей, отрисите прах от ног ваших. Jesus is saying now. Jesus is not saying that we should give up on them. No. Rather than giving up on them, говорит, Jesus is должны... saying, give them up to me. Hand them over to the Lord. Что мы должны отказаться от них. Нет, мы просто должны их отдать Богу. Man, I don't understand this guy. I don't know how to help you anymore. Я не понимаю этого человека. Я не знаю, как помочь этому человеку. Просто нужно отдать Богу. Потому что я не знаю, как еще больше помочь. Есть люди такие. Просто нужно их отдать Богу и доверять Богу. И доверять, что Бог найдет, как им помочь. Поэтому, если хотите наслаждаться помощью от других, я надеюсь, что вы не как один из этих семь групп людей. Может быть, поэтому показалось, что эта помощь, которая приходит, вам, может быть, не приходит, потому что вы один из этих людей. Можно я помолюсь с вами в этот час? Что Бог пошлет через Его Дух, тронет, коснется вас сейчас во имя Христа. Все в вашей жизни, что пугает, что расстраивает ваших божественных помощников. Сегодня ожжено и уйдет во имя Христа. Господь, пусть Твой огонь сейчас двигает и начинает трогать. Пусть будет освобождение сейчас по этому слову. Пусть все, что расстраивает наших божественных помощников, что привели помощь для нас, пусть будет уничтожено тоже на вами Христа. Если есть кто-то, кто живет в обмане, в самообмане, открой глаза, глаза понимания. Кто-то, такой жестокий настрой, и только об одном думает, пусть откроет глаза. Если есть кто-то, кто презирает на том, кто рядом может помочь, открой и глаза понимания. Может быть, есть кто-то, кто постоянно винит другого человека, никогда не может взять ответственности. Господь, открой глаза понимания. Если есть кто-то негативный обо всем, что приходит в его сторону, Господь, по Твою благосклонности и силу, открой глаза понимания. That you will reveal us to our divine help us in the name of Jesus. Чтобы ты открыл нас нашим божественным помощникам. We begin to enjoy в этом сезоне, по твоей благосклонности, мы начнем наслаждаться помощью, которая приходит изнутри. Приходит от тех вещей, которые окружают нас, и помощь, которая приходит от тех людей, которых ты обмундировал, чтобы помогли нам. Спасибо, Отец. Somebody watching me right Спасибо, now. See a sister, a lady, with medical condition. Меня, я вижу женщину, and I pray for you right now. Которая есть медицинская проблема. Я сейчас молюсь за вас. Что помощь, которая вам нужна. Overcome this medical condition. It's very close to you. Чтобы перебороть. Locate you. I mean, your eyes be opened in the name of Jesus. But the help locate you. Yes, the assistance you need. Помощь, которой вам нужна, которой вы нуждаетесь, пусть она сейчас воскользнется, придет к вам во имя Христа. Something to do with your mind. Есть кто-то с давлением в уме. Right now, in the name of Jesus, недопонимание. Receive help from above right now. Сейчас принимайте помощь из And the power of God bring peace to your mind right now in the name of Jesus. Сила Божия приведет в мир somebody confused about his ваш ум, concerned about how we. Кто-то волнуется о своем весе. Somebody concerned about his weight.
Receive the help that you need right now. In the precious name of Jesus. Receive the grace to act on the help and the instruction that I've been given. Принимайте благодать. In the name of Jesus. Thank you, Father. Следить по инструкции, дана вам, по совету. Слава Богу, благодарим Тебя, Господь, мы молимся во имя Иисуса Христа. Чадо Божие, я верю, что вы были благословены сегодня. Help is coming your way in Jesus' name. And if you're watching and you've not given your life to Christ, I encourage you to do so right now. So that you also can begin to enjoy the help that I've made available to you. Чтобы вы тоже могли наслаждаться той помощью, которая дана вам. I stand before you today. Господь, во имя Иисуса Христа. I recognize that I'm a sinner. Come into my life. Я понимаю, что я грешник. Приди в мою жизнь. I believe you died and rose again for my redemption. Я верю, что ты умер и воскрес. Для моего искупления. And send help to me where Напомни I меня Твоим Духом Святым. Thank you for accepting и пошли помощь Amen. Мне. Спасибо, Amen. Что меня принимаешь во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы сейчас помолились за эту молитву, я поздравляю вас, Лорд, Чадо Божие. Сейчас вы можете понимать, что Бог даст, приведет эту помощь в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. На следующей неделе мы будем продолжать смотреть о помощи, которая приходит от Бога. И до этого времени пусть вы останетесь благословенными. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Шалом. Шалом.